Всем привет! Меня зовут Тихон, вы на моем канале, и сегодня мы будем готовить пиццу 4 сыра. В прошлых своих рецептах я уже показывал одну из вариаций приготовления теста для пиццы. Сегодня мы будем использовать сималину, это мука из твердых сортов пшеницы, которую чаще всего используют для приготовления пасты. Но в пицце она дает безумно вкусную хрустящую корочку. То, что нужно для пиццы 4 сыра. Если у вас нет сималины, вы можете заменить ее манкой, но все-таки лучше заморочиться и поискать ее. Она есть практически в каждом магазине, вы наверняка просто не обращали на это внимания. И стоит достаточно недорого, около 90-100 рублей за килограмм. Давайте замесим тесто, к тому же там все не так сложно. Первым делом на 160 мл теплой воды я высыпаю 5-6 грамм сухих дрожжей и хорошенько перемешиваю. Сюда же я добавлю половину столовой ложки сахара и еще раз хорошенько перемешаю. Пускай дрожжи активируются, стоят 5-7 минут. Для теста нам понадобится 130 грамм обычной пшеничной муки и 130 грамм сималины. Вот такую я использую, есть разных марок абсолютно. Также 130 грамм. Видите, она такого приятного желтенького цвета и действительно чем-то напоминает манку, поэтому заменить ее можно спокойно. 130 грамм. Пол чайной ложки соли. Все сухие ингредиенты хорошенечко перемешиваем. В муке делаем небольшое углубление и выливаем туда дрожжи, которые постояли у нас около 5 минут. Сюда же добавим 1 столовую ложку растительного или оливкового масла. И аккуратненько вот так вот ложечкой начинаем замешивать тесто. Тесто должно получиться и не твердое, и не слишком жидкое. Главное, чтобы оно не прилипало к рукам. Все, видите, как ровно тесто забрало всю муку? И теперь мы просто подмешиваем его руками до тех пор, пока она не перестанет от них отлипать. Это займет где-то 5-7 минут. Вот такое вот мягкое эластичное тесто у нас получается с вами. Прошло где-то 5 минут, как я его вымешиваю. Сейчас я смажу миску растительным маслом и положу туда тесто где-то на 40 минут. За это время я 2 раза обомну его, чтобы тесто лучше подходило. Прошло около 50 минут, за это время я 2 раза обмял тесто, переложил его в мисочку побольше, потому что оно достаточно сильно поднималось. И вот что у нас получилось. Вот такое вот мягкое, эластичное тесто получилось. Смотрите, какое большое количество пузырьков в нем. Запах хорошего дрожжевого хлеба такой. И теперь нам нужно тоненьким слоем уложить это на противень. С духовкой у меня, как всегда, беда. Духовка у меня небольшая, поэтому пицца у меня будет не стандартного круглого размера, а немножечко овальной. Чтобы пицца не прилипала, я противень вот так вот семолой по всей поверхности покрываю. И перекладываю сюда тесто для пиццы. И руками, не скалкой, разравниваю по всей поверхности. Толщина теста у меня где-то 0,5 сантиметра, больше не надо, иначе у вас получится булка, этого будет достаточно. И чем мне нравится пицца 4 сыра, тем, что для нее не нужен томатный соус. Я его, если честно, не очень сильно люблю, а вот сыр я люблю безумно. Первым делом я наношу моцареллу, тру ее на крупной терке и распределяю по всей поверхности нашей пиццы. Распределяем ее по всем сторонам пиццы. Следующим у меня идет пармезан, его я буду натирать на мелкой терке, и именно он придаст такую остринку нашей пицце. Не жалеем сыра. Чеддер. Чеддер я не буду тереть, я его разбросаю небольшими кусочками. При желании вы, конечно же, можете натереть его на терке. И, конечно же, голубой сыр с плесенью. Его нужно совсем чуть-чуть, чтобы он не забил собой все остальные тонкие вкусы моцареллы, пармезана, чеддера, но он обязательно должен быть в сырной пицце. Без него пицца 4 сыра не пицца 4 сыра. И отправляем нашу пиццу в духовку.
Запекаем пиццу, как всегда, при максимально высокой температуре, которая позволяет выставить вашу духовку 250-300 градусов. Чем больше, тем лучше. Время приготовления займет от 7 до 9 минут. Смотрите по готовности в зависимости от вашей духовки. Сыр должен расплавиться, но не схватиться твердой корочкой. А снизу донышко пропечется, станет золотистым, где-то может даже чуть более темным, чем вам кажется. Но тем не менее, главное, чтобы сыр не запекся твердой корочкой. Поехали! Прошло 10 минуточек, у меня духовка не такая мощная, и наша пицца готова. Давайте посмотрим, какая красота получилась. Это просто божественно, посмотрите, хрустящая корочка снизу. За счет семолы у нее именно такой хруст будет замечательный. Сыр расплавился, но тем не менее можно четко отличить, где моцарелла, где чеддер, где дорблю. Обалденно. И теперь добавим лучший друг итальянской кухни. Это, конечно же, базилик. Буквально несколько веточек. Дадим полежать 1-2 минутки для аромата. Вот так. Ну что, давайте разрежем и попробуем. Слышите, какая хрустящая получилась? Видите? Тесто полностью пропеклось, снизу чуть-чуть золотистого цвета, и сыр полностью расплавился. Обалденно. Ароматы, конечно, стоят просто бесподобные. Сыр с плесенью. У моцареллы такой тоненький запах, но он все равно есть. Пармезанчик, чеддер, все это, господи, у меня кухня, мне кажется, пропахла всеми четырьмя сырами. У меня квартира 4 сыра теперь. Давайте попробуем. Извините. Моя сырная душа просто в восторге. Я не знаю, мне в пицце вот эти вот все ваши колбаски, морепродукты, они мне все нафиг не нужны. Я ем пиццу исключительно из-за того, что в ней плавленый сыр, который тянется, который хрустит, который дает насыщенный вкус и взрыв просто эмоций на языке. Это прям моя пицца, мне другой вообще никакой не надо. А тесто с семолой очень удачное именно за счет того, что, несмотря на то, что сыр достаточно влажный и обычное тесто у пиццы, быстро размокает и становится больше похожим на белый хлеб или на булку, это тесто остается хрустящим до самого конца. Вот и все. Не самая дешевая, но тем не менее одна из самых простых пицц, потому что для нее не нужно никакого соуса и предварительной подготовки. Готово. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно попробуйте приготовить его дома. И не забывайте подписываться на канал, нажимать лайк, если вам понравился этот рецепт, вступать в группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Тихон. Пока!